Всем добрый-добрый день! Ура! За Родину! Итак, у нас сегодня 9 апреля 2024 года. Мы навели порядочек. Сейчас уже вечер. Взрослые собачки погуляли. И приветик вам из яселек, из наших веселых, шумных яселек питомника Чихуахуа, той пудель Костропула. И кому интересно, оставайтесь с нами, посмотреть на наших хулиганистых малышей и узнать новости нашего питомника. Мы не можем жить без новостей, как вы уже поняли. Итак, всем привет. Да, вот так они любят и лежаночки из стирки. Вот так нам весело и замечательно. Сначала мы передадим приветики уже нынешним владельцам, которые имеют, купили, зарезервировали вот этих прекрасных малышей. Это малыш Багдадик, у которого короткий хвостик. Вот этот вот маленький бульдожка, снимаю макросъемкой. Я золотой такой, золотой, скажи, я тоже люблю. Так, делаю мельче, чтобы было видно. Малыш передает привет своей владелице Антонине. Да, молодец, пописал на пеленочку. Красавчик. Фараончик. Вот такое веселье. Рыжий хулиган. Уши, лопатуши. Вон он веселится. Это Лондон. Саратов привет передает. Вот он ваш Лондон. Веселый мальчишка. Да, ой, господи, колобочки, колобочки. Ты красавец, ты красавец. Бахрамушка. Так, дальше. Дальше. Слушает меня, сидит. Патриот. Ты патриот? Да, малыш свободен. Итак, Багдадик. Лондон. Красавица. Лейсан. Вот она шоколадно. Это не Лейсан. Вот она, Лейсан, с сестрой бегает. Лейсан. Вот она, скажи я. Вот так вам улыбочка, мама. Улыбочка вам, мама Екатерина. Вот она, я скажи, какое. Счастье есть, его не может не быть. Багдадика. Так, ну и что? И у нас сегодня новости в питомнике. Один из малышей, из вот этой вот веселой гоп-компании, нашел свою семью и поедет жить в Москву. А ну, сердечки застучали бы, барабанная дробь. Да-да-да-да-да-да-да-да. Кто же это? Кто же это? Голову поднимаем. И красотка, и у нее уши торчком. Все, вот такое вот веселье. Детки, давайте мы сейчас вас вот так отвлечем. Чунь-чунь, чунь-чунь. Вот такое, еще одну подушечку. Еще одну подушечку понюхать. Итак, еще один щенок из этих малышей, которые перед вами здесь бегают и прыгают, нашел свою семью. Нет, ну вы понимаете, что она делает? Эта любимая моя Алсу сидит в миске с кормом, как обычно, впрочем. Итак, это девочка. Она нереальная красавица. Она просто нереальная. Она высокопородная. Она породы чихуахуа. Поэтому той пудели на сегодняшний день пока все свободны. Две девочки и два мальчика. Она веселая, она игривая, она любознательная, она очень умная. Она просто покорила тысячи наших подписчиков, я так думаю. А может быть и десятки тысяч подписчиков. Это крошка лилового окраса по кличке Севиль. Да, вот она, красотка. Давай, давай, давай. Севиль Тарантиновна, вот это вот чудо-девочка. Нашла свою семью. Вот она, моя веселушечка, красотушечка. И мы поздравляем Наталью с приобретением нового члена семьи, новой москвички. Поздравляем с приобретением этой шикарной, невероятной, красивенной красавицы Севиль Тарантиновны. Вот оно, мое сладкое создание. Да, уже скоро ушки будем ставить. Вот такая вот нереальная красотка нашла свою семью. Вот такая вот у нас
Замечательная новость. Я только присела тут же. Вон, посмотрите, вы видели, как обезьянки на ноги цепляются? У меня вот свои маленькие обезьянки. Как меня однажды спросили, а обезьянки у вас есть? Если можно чихуашек и пуделей назвать обезьянками, то они у нас есть. Вот такая чудесная новость произошла сегодня в нашем питомнике. Я надеюсь, вы так же рады, как и мы, что постепенно каждый малыш из нашего питомника находит свою семью. Да, мои золотые зайчики, вертихвостики. И никак иначе. Самых лучших, самых достойных, самых ответственных владельцев. Потому что собака – это живое существо. И моя мечта, моя цель работы заводчика профессионального питомника – найти только самые лучшие руки, самые лучшие семьи, которые будут любить и заботиться, получать удовольствие от жизни с выпускником питомника Костропула. Вот такое вот чудесное, такое чудесное у нас событие. Да, спасибо, мои сладкие. Зачем вы мне все штаны стягиваете? Боже, конечно, я же пришла не в шортиках, а пришла в штанишках. И надо обязательно меня потягать. Вот они, знаете. Посмотри, что делает пудель. Ты что, овчарка, пудель? Пудель, ты овчарка? Хочется спросить, пудель, ты овчарка? Вот так вот у нас тут нереально шумно, весело и отлично играют малыши. А красавица Алсу, как обычно, сидит в миске с кормом. Вот она это делает с самого маленького возраста. Садится вот туда, вот на вот это, на вот этот кружочек, да? И сидит. Ой-ой-ой-ой-ой, вот такое вот веселье, товарищи. Так, снимая видео, конечно, я отвлекаюсь на то, чтобы убрать кокульки. Убрать кокульки. И хочу напомнить, что остальные детки в поисках своих папочек и мамочек. Под этим видео будет ссылка на папочку в продаже, цены, предложения питомника Костропула. Пожалуйста, проходите. По каждому щенку есть подробное видео. Это большую работу я такую сделала, чтобы не отвечать под каждым видео, сколько, где и что. Пожалуйста, проходите, любуйтесь, смотрите и выбирайте. И выбирайте, это я им так. И выбирайте себе дружочка. Привет, привет, прием, 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 прием. Мальчишки и девчонки в поисках папы и мам. А также у нас есть малыши, которые уже полностью привиты, чипированы, с пройденными карантинами, разный возраст, 4, 5, 6, 7 месяцев, которые также продолжают ждать свои самые лучшие и заботливые семьи. Вот так. Вот все бы эти зубки кусали и грызли. Скажи, потому что мы банда, муж мой называет, это банда. Это банда настоящая. Банда настоящая. Да, скажи, это настоящая банда. Вот и все. Вот и все. Самое-самое настоящее. Знаете, на это чудо. А вот на вот это чудо посмотрите. Бахрамушка. Бахрамчик слишком занят. Бахрамчик слишком занят. Ну что, мы продолжаем веселиться. И если, просмотрев это видео, вам было так же весело, как и мне сейчас. Покусанные ноги, посмотри, они ходят за мной по пятам. Рыжики, 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 золотые рыжики, мои любимые. Халу! Халу! Оставайтесь с нами на нашем канале наблюдать за жизнью маленьких собачек породы чихуахуа, той пудель и мальтипу. И у нас, конечно же, изо дня в день новости. И уже когда загрузится это видео, у нас будут еще новости, о которых вы узнаете позже. И они у нас уже сегодня, уже происходят на данный момент. Все, ребяточки, всем хорошего настроения, добра, любви, солнышко вам из Крыма. Солнышко в душе и на улице, мирного неба над головой. А вот кто такой писклявый, мне хочется посмотреть. Кто такой писклявый? Кто такой писклявый? Кто писклявый здесь? Кто здесь такой писклявый у них? Скажи, голосочки наши прорезали. Все, ребяточки, водичку пьют. Обнимаю вас, до новых видео, до новых встреч.